автостоянки, перестановки и деревья. Сначала расскажу, что такое автостоянка, потом поговорим о перестановках, потом о деревьях. А окажется, что это очень неожиданным образом все связано. Сначала история о автостоянке. Представьте себе, что у нас есть дорога, по которой едут машины, гаражи. Такие вот места, куда можно поставить машину. Когда машина подъезжает, она только в последний момент видит, занята или нет. У каждого водителя есть его любимое место, на которое он хочет поставить машину. Ну, например, представьте себе, что эти места 1, 2, 3, 4, а едут так. Едет человек, который хочет поставить на второе место, на первое, на четвертое, и еще один, который тоже хочет поставить на четвертое. Вот эти машины пусть будут А, Б, С, Д. Тогда будем считать, что А едет и становится сюда. После этого Б едет и то же самое становится сюда. Дальше С становится сюда. А вот Д, доехав до этого места, видит, что оно занято, проезжает и становится сюда. Вот все встали. Единственное, Д встал не на свое место. Ну ничего страшного. Теперь давайте посмотрим другую последовательность. Например, такую. 3, 3, 1, 2. Это будут машины X, Y, Z, D. Смотрите, машина X подъезжает к этому месту и становится. Машина Y подъезжает, едет дальше, становится. Машина Z едет, становится сюда. После этого машина D доезжает до своего места, доезжает до следующего и летит в пусть. Вот это будем называть катастрофой. Ужасом. В общем, как, каким угодно нехорошим словом. Это значит, что машины не смогли встать. Значит, принцип простой. Любая машина сначала едет на свое, что называется, законное место, на то, куда она хочет, а после этого едет на ближайшее, в процессе ее движения, свободное место и туда встает. Задача. Сколько существует бесконфликтных очередей? Сколько существует последовательностей, когда катастрофы не произойдет? Давайте сначала просто выпишем все правильные такие вот бесконфликтные последовательности для единиц. Ну, все легко. Это просто число 1. Потому что любое другое число приведет к проблеме. Если машин 2, либо 1, 2, либо 2, 1, либо 2, 2. Так. Для тройки гораздо хуже. Я, конечно, все равно выпишу. Ребят, смотрите. 1, 2, 3. На самом деле в 6 вариантах. Потому что бывает 1, 3, 2. Бывает 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Да? Это 6 вариантов. Есть другая штука. 1, 3, 3. Но их поменьше. 3, 1, 3. И 3, 3, 1. Это еще 3 варианта. Бывает 2, 3, 3. Ну, то же самое. 3, 2, 3. И 3, 3, 2. И бывает 3, 3, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3, совершенно верно. Совершенно верно. 2, 2, 3. Ну и то же самое. 2, 3, 2. И 3, 2, 2. Да? И здесь 3, 3, 3. Так, господа, давайте запомним, что здесь ответ одна последовательность, здесь 3, да? 16. Это я запомню.
Ну, в принципе, я мог бы легко, конечно, сейчас выписать для 4, даже для 5. Но давайте немножко остановимся, потому что интересно не это, мне интересна общая формула. Чтобы получить общую формулу, давайте сделаем так. Во-первых, сформулируем четко, при каком условии на числа последовательность является бесконфликтной. Вот представьте себе, есть машина, при этом катая машина хочет встать на место А-ката. Что должно выполняться? Ну, во-первых, может ли единица встречаться более одного раза? Может ли здесь быть 2 единицы или больше? Очевидно, нет. Потому что тогда она будет больше, чем одна машина, и, соответственно, более чем одна машина доедет сюда, а двоек больше, чем две. Не двоек, а двоек и единиц. Тоже нет. Потому что тогда будет проблема на этих двух местах, да? Вообще мы можем записать такое условие. Если у нас есть какое-то число от единицы до n, то чисел от 1 до k в этой вот последовательности не более k штук. То есть не больше, чем одна машина хочет встать на первое место, не более, чем 2 машины хотят встать на первое или второе, не более, чем 5 машин хотят встать на места с 1 по 5 и так далее. Если вы немного подумаете, то поймете, что это условие является не только необходимым, но и достаточным. Ведь посмотрите, что значит, что в какой-то момент происходит катастрофа. Это значит, что у вас уже заняты места, машина какая-то едет на катное место, и после этого она погибнет, да? А что это значит? Это значит, что все эти места должны быть уже заняты, когда подъезжает к этому месту, потому что он занят, все следующие заняты. Так это значит, что на первые К мест хотят встать и минимум К плюс 1 машина. Замечательно, вот это условие является, повторяю, необходимым и достаточным для того, чтобы такая последовательность чисел давала бы бесконфликтную очередь. Таким образом, от порядка, в котором написаны числа, ничего не зависит. Понимаете, да? Если у нас 1, 2, 3 бесконфликтные, то и 1, 3, 2, и 3, 2, и все они бесконфликтные. Если уже есть какая-то последовательность, то при любой перестановке чисел конфликтная, то и будет бесконфликтная. Если есть конфликт, то он все равно никуда не